Секреты Центрального разведывательного управления США стали добычей WikiLeaks, на сайте которого утечка характеризуется как крупнейшая в истории американской разведки. WikiLeaks начал публикацию первой части добытой им информации, назвав ее Year Zero – нулевой год. Она включает в себя почти 9 тысяч документов о секретных хакерских программах ЦРУ, позволяющих следить за людьми и прослушивать их разговоры с помощью смартфонов ведущих компаний мира и даже современных телевизоров. Специалисты считают документы подлинными. Я только что разговаривал с бывшим офицером ЦРУ, который сказал мне, что это действительно проблема. Он сказал, что в ЦРУ предстоит серьезное разбирательство. Он выглядел удивленным и сказал, что будет удивлен, если за этим не последуют отставки. Опубликованные документы также свидетельствуют, что ЦРУ использовало в качестве своего хакерского центра консульство США во Франкфурте на Майне. При этом, как утверждает WikiLeaks, значительная часть хакерского арсенала ЦРУ, включая вредоносные программы, вирусы и трояны, а также приложения, позволяющие дистанционно управлять различными электронными устройствами, попала в руки людей, не связанных с правительством США. Теперь они располагают возможностями ЦРУ.